Всем привет! Чтобы наслаждаться малиной не только летом, но и зимой, будем заготавливать сегодня малиновое варенье. И чтобы закрыть вкусное малиновое варенье, нужно подготовить вкусную ароматную ягодку малину. У меня здесь 3,5 килограмма, а также я беру 1:1 3,5 килограмма сахара. Половиной сахара я засыпаю ягоду и оставляю на несколько часов, чтобы малина пустила сок. А еще нам понадобятся только банки, крышки и закаточный ключ. Ждем несколько часов. Ну и вот, друзья, я дождалась, чтобы малина пустила сок и сахар почти полностью растворился. Так как у меня сорт малины такой, что он в руках прям рассыпается, но я все-таки постараюсь сохранить хоть немножко целенькие ягодки. И теперь я шумовкой буду набирать вот эти ягодки и отцеживать сок малины в кастрюлю. Я не знаю, кто-то моет малину, кто-то не моет. У нас малина своя, только собрана с кустика, и я сразу ее не мою, а делаю с нее варенье. Главное, чтобы не было плесени, бывают ягодки заплесневеют прямо на кустике. Просмотреть, чтобы все ягодки были хорошие, не гнилые, и этого достаточно. Тем более, что у нас почти каждый день идут дождики, и желательно, как только ветер просушит ягодки после дождя, сразу же их собирать. Я освобожу вот эту миску и остаток сахара высыпаю сразу в кастрюлю, а в эту миску буду отправлять уже отцеженные ягодки. Малиновый сок и сахар, который еще не растворился у нас в кастрюле, малину мы отделили и теперь включаем плиту, доводим наш сироп малиновый до кипения. Периодически помешиваем, чтобы сахар не подгорел. При нагревании сахар растворяется все больше и больше. И вот появились первые булечки. Наш сироп закипел. Дадим ему прокипеть 5 минут. Через 5 минут выключаю плиту и убираю пенку. Пенку мы постарались убрать и теперь погружаем ягодку малину в сироп. Аккуратно шумовкой вот так погружаем ягодки в сироп и оставляем на 2 часа, чтобы наши ягоды в сиропе настоялись. А за это время мы простерилизуем банки, прокипятим крышки, все подготовим. Ну вот прошло 2 часа, малина наша пропиталась сиропом, можем включать плиту и доводить до кипения. Параллельно я буду закрывать варенье из слив, но у нас на канале уже есть варенье из слив с орехами, поэтому, кому интересно, заходите в домашнюю консервацию, плейлист у нас такой есть. Очень вкусное варенье. На медленном огне я кипячу ягоду 10 минут, и можно уже закрывать в банке. Огонь под кастрюлей не выключаем, пусть медленно кипит, и мы кипящее варенье разливаем по баночкам. Лейку также мы обдали кипятком. Закручиваем кипяченными крышками. Как вы помните, у меня было 3,5 килограмма малины, я добавила 3,5 килограмма сахара. И у меня получилось около 6 литров прекрасного целебного малинового варенья. Видите, какая красота. Баночки уже разнобой, брала уже даже те, которые на аджику оставила. Вот, друзья, вот такое прекрасное варенье у нас получилось на зиму. Оно прекрасно желируется, и оно остынет, и будет еще гуще, и цвет у нас сохранился.
Так что, друзья, удачных вам заготовок, мира, добра, благополучия и пока-пока!